Republica Moldova are nevoie de o armată modernă pentru a asigura securitatea cetățenilor, iar războiul din Ucraina ne-a demonstrat că investițiile în apărare trebuie să crească. Declarația a fost făcută de președintele Maia Sandu la o emisiune pentru un portal de știri. Demnitarul a menționat că reforma presupune îmbunătățirea condițiilor pentru soldați și majorarea numărului militarilor angajați în bază de contract. În contextul informațiilor apărute în presă, potrivit cărora Kievul a solicitat de la țara noastră cele 6 avioane MiG de pe aeroportul de la Mărculești, președintele Maia Sandu a declarat că aparatele de zbor nu sunt funcționale. De asemenea, șeful statului a menționat că Republica Moldova nu este capabilă să ajute Ucraina cu tehnică militară. Ucraina prosit, или, как это сказать, у всех стран помощь военную, помощь. И все послы Украины во всех странах, конечно, говорят о том, что вот что нам нужно. В нашей стране, во-первых, нету таких вещей, которые мы бы... То есть нет. И даже есть решение Конституционного суда с 2017 года, где прописано конкретно, что это, то есть нейтральность предусматривает. Опять же, мы можем помочь некоторыми, то есть мы можем помочь другими, в других областях есть страны, которые в лучшей позиции, чтобы помочь по оборонным вопросам, по технике, по военной технике. Președintele Maia Sandu a mai declarat că guvernarea își propune o reformă armatei naționale, iar obiectivul a fost stabilit în programul de guvernare. Понятно, что мы не сможем, то есть у нас не может быть большая армия, потому что мы маленькая страна, и у нас армия будет маленькой, но все равно у нас должна быть армия, у которой есть все необходимое для того, чтобы вот эти люди в случае чего, мы очень надеемся, что до этого не дойдет, но безопасность людей, безопасность страны важная вещь, особенно сегодня мы поняли это. И нужно просто инвестировать, и мы это будем делать. Реформа арматы была планифицирована с большим временем назад, но стала приоритарной, одна только с избухнением войны в Украине, а май декларировал президент Майя Санду. Мы об этом говорили. Это означает, во-первых, улучшение условий для солдат. Это означает увеличение количества солдат, которые по контракту, и, может быть, это нам позволит уменьшить число срочников. То есть все эти вещи, конечно, мы анализировали и до этого, и я надеюсь, что скоро мы сможем объявить конкретные планы. Recent, Parlamentul a aprobat rectificarea legii bugetului de stat pentru anul 2022. Documentul prevede o majorare a bugetului pentru apărare cu aproape 128 de milioane de lei.